Телекомпания «ВИТ» представляет. Далекие города и заповедные уголки мира в авторской программе Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». Доброе утро. Сегодня я хочу пригласить вас на свидание с одной южно-смуглой красавицей. Это при том, что ей не так уж и мало лет, но когда вы общаетесь с ней, вы забываете об этом. Ее быстрая мелодичная речь необыкновенно приятна русскому уху. Ее темперамент, живая мимика, лучистые глаза с какой-то бесовщинкой, открытая белозубая улыбка, благородные классические черты лица, изящная одежда, открывающая самые соблазнительные части ее великолепного тела, смоляные волосы с редкими серебряными ниточками седины, только подчеркивающими ее моложавость и явную пикантность. Все это в ней настолько прекрасно и притягательно, что ни одна русская беспокойная душа волновалась и страдала, влюблялась и наслаждалась общением с этой красоткой. Великие русские художники считали за честь написать ее портрет. Знаменитые музыканты и поэты посвящали ей свои произведения, а романисты и режиссеры обретали вдохновение лишь от одного присутствия с ней рядом. Сильвестр Щедрин, Николай Гоголь, Андрей Тарковский, Иосиф Бродский, Илья Капитонович Севрюков – это мой сосед. Все они испытали магическое влияние ее обаяния при знакомстве с этой дивой, с этой лукавой озорной Мадонной, имя которой – Синьора Италия. Она бесподобна, но особую прелесть, особую пикантность ей придают ее дети. Да-да, она многодетная мать, и от этого она становится, быть может, еще более притягательной женщиной. Ее дети прекрасны, при том, что все они достаточно взрослые, и все они похожи на маму при всей своей неповторимости. Ее дочери и сыновья – романтичная и задумчивая Венеция, бесшабашный горланистый Неаполь, утонченная Флоренция и самовлюбленный модник Милан, аристократичные Рим и разбойница Сицилия, простодушные Калабрии и знойная игривая Лигурия – все они плоть от плоти сеньора Италии, и в них также невозможно не влюбиться. Если вас не пугает знакомство, при котором вы потеряете голову, а может быть и сердце, то в путь на свидание с сеньоритой. Нет, все-таки с сеньорой Калабрии. Итак, непутевые заметки или «Бонжорно, сеньора Калабрия». Лететь в Калабрию несложно. Из Москвы или Питера полет в Рим продолжается около 3,5 часов. В Риме паспортный контроль, и туристы из международного аэропорта переходят в соседний для местных линий. Еще минут 40 полета и посадка в Ламеццо-Терме. Это один из аэропортов Калабрии, южной области Италии. Если есть бесконечно прекрасная и одновременно вероломная страна, подобная волшебному кольцу, страна, которая веками влекла к себе королей, ученых, святых и поэтов, путешественников и непутевых туристов, то это, безусловно, Италия. Ежегодно Италия посещает до 50 миллионов туристов по разным поводам и с различными целями, а общее у них лишь одно – они осуждают себе подобных. Еще в 1882 году Генри Джеймс писал: «Не все приятно в Венеции, особенно неприятны путешественники». Ну, об этом у нас еще будет повод поговорить. А сейчас мы в Италии, в той ее части, что почти незнакома нашей публике. Рим и Венеция, Флоренция и Генуя, ну, даже те, кто там не был, пребывают в ощущении, что они знают эти места, их культурные и исторические достопримечательности. Уж очень много о них писалось и снималось. Они воспевались поэтами и художниками, кинематографистами. Но есть область в Италии, о которой мы почти ничего не знаем. В прошлом году я уже начал вам рассказывать о ней, и сегодня хочу продолжить знакомить вас с этой живописнейшей областью, обладающей многими сокровищами, которые нам предстоит открыть. Но хочу напомнить, если спуститься по сапожку вниз, то вот этот подъем и мысок, что так и хочет нападать камушек Сицилии, это и есть Калабрия. От аэропорта Ламеццо-Терме туристов доставляет в самое живописное местечко Калабрии – Бельведеро Маритимо, что в переводе с этого музыкального языка буквально означает «прекрасный морской». Знакомых, поддавшись на мое пение, отправились сюда на отдых. Вернулись довольные. Они остановились в клубном отеле, который я им порекомендовал.
Весьма уютное местечко. А главное, все напитки и мороженое для детей бесплатное. А для взрослых стояла бочка с молодым деревенским вином. Пей не хочу. Но они хотели, на радость местным виноделам, которые каждый день поставляли в этот отель две 50-литровых бочки. Пляж, правда, находился в 15 минутах ходьбы, но зато окрестности потрясающие. Они даже не пользовались автобусом-шаттлом, который ходил каждые полчаса. Что же касается экскурсий, то они, опять-таки по моему совету, побывали в нескольких местах. Самое ближайшее – это Маратея, в соседней с Калабрией провинции Базиликата, где под небом голубым есть город золотой, называется Маратея. На одной из самых высоких вершин парит Иисус Христос. Скульптура сделана из белого карарского мрамора на средства местного князя Дона Ривети. Любой может прикоснуться к пальцам на левой ноге Христа и загадать желание. И еще не было случая, чтобы оно не исполнилось. Маратея, как и Калабрия, находится в самом экологически чистом районе Италии. Этот район объявлен заповедной зоной. И с позапрошлого года над Маратеей водружен голубой флаг. Но это вовсе не то, что вы могли бы подумать. Голубой стяг – это переходящее знамя, символизирующее чистоту пляжей стран европейского сообщества. В соседнем городке Диаманта стены расписаны заезжими художниками-любителями. Так вот, нынче в этой галерее прибавились новые фрески, созданные российскими мастерами. Чуть позже я вам их покажу. А сейчас напомню, что необходимость общаться жестами возникла благодаря мафии, когда надо было с помощью пальцовки передать ту или иную информацию. Так вот, крестный отец этих братков из Салерно объясняет, что он сделает со мной в случае, если ему не понравится наш фильм. Однако вернемся на живописное, в буквальном смысле, улицу Диаманта. Здесь появилось новое полотно, сделанное мастером из России. Оно посвящено Владимиру Ильичу Ленину во время его посещения Италии. Владимир Ильич запечатлен в трудный момент принятия нелегкого решения. Рядом, в ожидании этого судьбоносного для них решения, сидят его товарищи по партии, товарищ Крупская и товарищ Арманд. Они с надеждой смотрят на Володю. Это полотно здесь не случайно, потому что в соседнем доме находится помещение областной коммунистической партии. Секретарь обкома товарищ Джузеппе Папарделли на наш вопрос, как он оценивает результаты выборов в Думу и президента, ответил, что они всячески помогали советами меньшинству, коммунистическому меньшинству. И час их победы еще впереди. Однако вернемся в Калабрию. До недавнего времени центральное правительство тратило сотни миллионов на субсидии и инвестиции в развитие промышленности этой южной области. Но так же, как и в России, это все куда-то исчезало. Но казнократство здесь, в отличие от нас, сыграло свою положительную роль. Так и не развившаяся индустрия не тронула экологию этих чудных мест. Здесь чистейший во всей Италии море и воздух, что способствует строительству отелей и грязелечебниц. Здесь, как и у нас на Кавказских минеральных водах, лечат грязями, минеральными водами и всяческими процедурами, которые нужны людям, страдающими заболеваниями бронхов, легких. Здесь с успехом лечат желчекаменную болезнь, и добытые при этом камни идут на строительство новых лечебниц. Вот так, за разговорами, мы с вами добрались еще до одной достоинства. Столь трагичны и полны таких любопытных деталей, что наводят на некоторые ассоциации с нашими днями. Но мы не будем мельчить и посвятим этой теме отдельную передачу. От Неаполя на Капри через каждые полчаса ходят большие и маленькие пароходики. 40 минут, и мы в бухте одного из самых красивых островов Средиземного моря.
Тысячи туристов со всех уголков мира ежедневно посещают этот остров, чтобы увидеть своими глазами то место, где прошли лучшие дни вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина и лучшие годы великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Кое-Кого. И этот искренний интерес объединяет людей со всей планеты. Наш известный публицист Максим Соколов, посетивший недавно эти места в исследовательских целях, пришел к неожиданному выводу, что Владимир Ильич не случайно оказался на Капри, ибо он обладал весьма изысканным вкусом. Ведь долгие годы в своих зарубежных скитаниях он не жил в зачумленных пролетарских районах Лондона и Гамбурга, Ливерпуля и Дюссельдорфа и других промышленных центрах, а предпочитал Париж, Лондон, Брюссель, Вену, Цюрих и вот остров Капри. Но Владимир Ильич не одинок в своих пристрастиях. Начиная с периода греческой колонизации, остров Капри был излюбленным местом отдыха аристократов. Здесь любили отдыхать и римские императоры. Здесь они устраивали пиры и жуткие оргии, длившиеся несколько дней. Теперь я хочу вам рассказать, что такое обычный недорогой рыбный ресторан. Перед входом в него на прилавке разложено и готовится то, что вам предстоит на закуску. Кальмары, осьминоги, морские ежи. Все это свежайшее, только что выловленное. Причем выяснилось, что ежи, как и устрицы, подаются в сыром виде. За исключением ежей, всех остальных морских обитателей перед их употреблением обильно поливают лимонным соком. А на первые подается не суп, а спагетти – длинные тонкие макароны. Итальянцы с детства натренированы расправляться с этим коварным блюдом. Вот как это делается. И избави вас Бог отсечь непокорные кончики макарон ножом. Даже деревенский житель фыркнет, это против правил этикета. А вообще, что это за манера заглядывать людям в рот телеобъективом? Фу, как некультурно. И все же вы запомнили, что первое блюдо, не считая закусок, это паста. Это десятки видов различных изделий из теста. Кантилона, вроде наших блинчиков с начинкой из ветчины и сыра. Это ньокки, то есть клёцки, паппарделя, лапша, нарезанная широкими полосками, тортеллини, маленькие квадратные пельмешки. А рыба здесь идет как второе блюдо. Поне, толстые короткие макароны, нарезанные под углом. Тальятелле, плоская длинная лапша, фетучини, тонкая лапша, спагетти, очень длинные тонкие макароны, ну и так далее. А на десерт подается торт, фрукты и кофе, эспрессо, очень крепкий, с рюмочкой амара, горьковатым ликером, больше похожим на бальзам. Амара, как и лимончелло, лимонный ликер, снимает ощущение тяжести от съеденных излишеств, и оттого я их называл растворителями. С нашим гостеприимным и очень радушным Джованни Апичелло, принимавшим нас в Калабрии его друзьями, мы и продолжили тему любви. Что же касается необыкновенной любвеобильности итальянского мужчины, то это надо отнести к национальной особенности его характера. Говоря о любви, итальянский мужчина использует самые превосходные степени. И убедительность его пламенных речей столь велика, что редкое женское сердце останется глухим. И когда итальянец говорит о любви, в этот момент он действительно абсолютно искренен. Но это вовсе не значит, что завтра он будет так же пылок и многообещающий. При этом мужчина-итальянец – настоящий романтик. Увидев красивую женщину, он предпочтет наблюдать за ней 30 минут, чем в течение этих 30 минут добиваться ее расположения, получить желаемое и разочароваться. Женщина как колокол, пока не ударишь, не зазвучит. А про мужчин? Про мужчин? Чем больше узнаю мужчин, тем больше люблю животных. Вот на этой оптимистичной теме мы и закончим наше сегодняшнее эссе. Если вам понравилась моя подружка, сеньора Калабрия, я вам дам ее телефон, но это лишь в том случае, если у вас действительно серьезные намерения. Поезжайте, познакомьтесь, приглядитесь. Уверен, что ваше сердце не останется равнодушным. Аривидерчи, ваш сеньор ДК.